Вот уже более 15 лет Ольга Слюсаренко обеспечивает людей свежими продуктами. Ее магазин пользуется популярностью. Шебекинцы заходят сюда за свежей выпечкой, овощами, фруктами и многим другим. В начале июня прошлого года большую часть всего этого пришлось просто выкинуть. Когда уже прилет был конкретно на стадион, во дворы, когда пролетела ракета буквально над нашим магазином с огромным свистом, мы поняли, что нужно отсюда выезжать. Нужно было все вычищать из магазина. Очень обидно было и жалко, что отдать было некому. Что вынесли на улицу, положили все овощи, фрукты, остальное все пришлось, к сожалению, вынести на мусор. Очень много мороженого, рыбы, кулинарии, замороженных полуфабрикатов, выпечки, колбасы, молоко, молочные изделия, сыры. Все это составило на сумму 193 тысячи. И это без учета наценки. Магазин пришлось закрыть на 2,5 недели. Уже в 20-х числах июня Ольга Слюсаренко вернулась в Шебекино, чтобы продолжить работу. Весь товар завозили сами, поставщики просто отказывались ехать. Все нас благодарили, заходили к нам за самым необходимым. Не нужно никогда терять силу духа и силу веры. Почему? Потому что у меня ни на минуту не было сомнений, что мне в этой ситуации помогут, меня не оставят. Пришлось, конечно, сначала по новой запускать трудновато, но потом мы набрали обороты и сейчас работаем как бы в прежнем режиме. Ольга также обратилась к оценщику, начала собирать все необходимые документы, чтобы получить государственную поддержку. Городская администрация составила акт. На днях все мы процедуры прошли, соглашения все подписаны, деньги должны поступить на счет. Закрывать мы не думаем, мы очень привязаны к этому месту, к этому краю. Как вот только все это притихнет, мы, конечно же, займемся реконструкцией и расширением. На поддержку малого и среднего бизнеса Шебекинского округа, пострадавшего от обстрелов ВСУ, из резервного фонда правительства области направляют 250 миллионов рублей. Помощь получат 122 предпринимателя, и это только первый этап. Кирилл Мусаев, Александр Сысоев, Кирилл Афанасьев. Такой день на мире Белогорья.